Всем привет, дорогие друзья! Что вот делать, если вы не мадам? Ваша мама, девушка или жена, в случае, если наоборот, вы мадам, ну, руки чешутся порисовать. Итак, если кто-то из всех вышеперечисленных личностей передвигается по городу с черной, не стильной сумкой, изымаем сумку, берем краски и идем стилизовать срочно и безоговорочно. Как стилизовать проще всего? Правильно, нафигачим на ней арбуз. Чтобы нарисовать арбуз, нужно думать как арбуз. Шучу, можно вообще не думать. Берем цвета красный, белый, зеленый и, как бы странно ни звучало, еще и черный. Точняк, там же косточки. И большую кисть. Будем мулевать. Зафигачиваем по-бырому арбуз. Убеждаемся, что мы напрочь все закосячили и что без него было бы симпатичней, как минимум. Потом оправдываем себя, что это только подложка, берем, вырезаем более-менее ровный полукруг на бумаге и исправляем косяки. Кстати, краска акрил по ткани. И сумку перед рисовкой нужно постирать и высушить, чтобы не села. Используем ниточки для фактурности, но в этом случае они не сработали. Накидываем чутка белого, чутка красного, прикладываем пакет из красно-белого и получаем какую-никакую фактурку. Берем полусухую кисть и смазываем белую краску к центру. Получаем эдакий интересный переходик и еще фактурку. В этот раз уже делаем прослойку белого потоньше, да поживописней. И зеленым, соответственно, также потоньше. И еще разочек проходим полусухой кистью. Для того, чтобы всем вокруг наверняка было ясно и понятно, что сумка очень стильная, брызгаем брызгами краски цветов, которые вы использовали, окромя черного, ибо какой же смысл, на незакрашенную площадь. Естественно, добиваем косточки аккуратно и красиво. Сушим, гладим и вуаля, ваш маман самая стильная на районе. И с этой сумкой эпично будет ходить за арбузом. Ну а я рад был поднять вам настроение. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока. Будьте стильными.